Депутаты начали свою работу с рассмотрения вопроса о награждении благодарственными письмами. Комитет по образованию Десногорска предлагает наградить 3 работников образовательной сферы. Аппаратом Десногорского городского совета представлены документы, были проверены, документы соответствуют всем нашим нормативным требованиям. Данный вопрос был рассмотрен на комиссии по социальным вопросам. Решение по этому вопросу было принято положительное. Следующий вопрос касался изменений в бюджет муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 года. Предлагается подтверждение дохода в сумме 530 747 379 рублей 88 копеек, расходов в сумме 552 247 379 рублей 88 копеек, дефицит в сумме 21 500 000 рублей. При этом общие доходы предлагаются к увеличению на 7 764 000 рублей. Благодаря этому было предложено увеличить программу образования, культуры и программу развития дорожно-транспортного комплекса. Кроме этого, увеличены расходы на обеспечение пассажирских перевозок в муниципалитете. Контрольно-ревизионная комиссия констатирует о том, что замечания отсутствуют. Предлагаемый проектом решения изменений в местный бюджет носит достоверно обоснованный характер. Проект изменений в местный бюджет текущего года был рекомендован к рассмотрению. Документ общим голосованием был принят за основу. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.